Всем привет, вы на канале Кузямба, и мы играем в Один из нас два. В прошлой серии мы были в, как он называется, патруле. Потом там еще что-то какая-то была непонятная девушка, которая пыталась куда-то попасть. Вот, и мы сейчас куда-то пришли. Если тебе понравится это видео, подписывайтесь, ставьте лайки и приятного просмотра. Я извиняюсь, сейчас еще немножко камерку так поправлю. Вот так вот. Так, теперь все, поехали. Так. Нам сюда. Нам сюда, сказала она. Так, подожди, присесть. О, что-то нашли. О, патрон к винтовке. Так, что у нас тут-то все? Все ништяк, да все не то. Когда твоя девушка ладно. Так, все-таки он ловит, да? Вот это очень печально. Так, я просто тут немножечко пытаюсь звук сделать, чтобы он не прикосновался с непосредственно с игровым. Так. Теперь. Как тебе вид отсюда? Красиво. У этого маршрута свои плюсы. Где тут надо отметиться? Пошли. Пошли. Черт. Давай. Лёг, капец. Так, ну что ж, ой, блин, да я опять на театр. Так вот. С кем вот ходила по этому маршруту? Вот, детка, с Джесси? Вот так вот. С Юджин. А, о, Юджин. Веселый был мужик. О, да. А еще он научил меня менять проводку в лаборатории. И что он сделал? Всем бы нам быть такими в 73. Всем бы дожить до этого возраста. Окей. Тихо. Ну, блин. Сюда. Давай. Так, что у нас? Ну, типа, веревка крепкая. Давай, ты первая. Я дамам уступаю. Ну вот, давай, пошли. Так, ничего нет, ничего нету, да? Отметишься? Что здесь было? О, это бывшая радиовышка. О. Ты. При помощи найденных деталей можно модифицировать оружие на верстаке. А нам еще верстак. Ну, это только вот в определенных точках есть верстаки. Так, ушки. Зараженных не видно. Да и не зараженных тоже. Но это очень хорошо. Что не видно ни я зараженных, вижу бурю. Ни... В паре миль отсюда. Так. Угу. Готово. Так, читать.
Дина, Юджин, все чисто. На дикую лошадь, застрашиваю во льду, вытащим. Идем в лагерь. Понятно, короче. Иди сюда. Город, последний пункт маршрута. Посмотри. Окей. Так. Посмотреть. О, вон там лыжная база. Угу. Которая на маршруте Томми и Джоэла. Она самая. А вот и город. Это вот где вышка? Да. Там следующий опорный пункт. Угу. Пойдем за лошадьми. Ну, пошли. Так, ускоряемся чуть-чуть. Вопрос. На тебе та же одежда, что и вчера? Она чистая. Я не осуждаю. Слушай, это же вылазка. Что ты хочешь? Мы убиваем зараженных, а не красуемся. Ты и так хороша. Ну, пацанка я. Спасибо. Еле хватит. Так. Угу. Сейчас мы еще одну сделаем. Так. Ага. Так, вот минус, короче, один. Так, ну что ж, погнали. У меня просто немножко, я скажу так, честно признаюсь, я звук, то есть у вас все прекрасно слышно, это очень хорошо, это прекрасно. Меня тоже хорошо слышно, это тоже очень прекрасно. Вот, ну вот. Звук в игре в наушниках у меня, вот это да, вот это очень плохо слышно, то есть я игру вообще плохо слышу. Хорошо бы умереть, как Юджин. От инсульта? Нет, от старости, прожив долгую жизнь. Ты-то куда тебе? Ты же безбашенная. Ну, то есть... Как... Кто бы а говорил? Если сделаю громче, то он тогда врубается. Ты, скорее всего, загнешься от переохлаждения, гуляя по снегу в кедах. Сейчас-то на мне ботинки. А знаешь, как ты умрешь? Дай угадаю. Ты меня убьешь? Обломала тебе шутку? Нет. Может быть. Иди в жопу. Ну, прости. Вот, и то есть, короче, ну, у меня со звуком немножко в наушниках очень грустно. Если переключать, допустим, на... Может, осмотрим эти дома? Вроде тихо, но можно, если хочешь. Что-нибудь да найдем. Давай. Пошли посмотрим, что там может быть такого. Это прям специально... Что ты знаешь про это место? Еще один эвакуированный квартал. Зараженные почти никогда сюда не доходят. Вот таблетки. Мы обычно ловим их на внешних. Так, деревьях. Дополнительно позволяет вам осваивать новые навыки для просмотра. Так, вот. Что у нас тут-то есть? Дневник. Дорогой папочка. Так, смотри, что нашла. Сейчас подождешь. Так, что у нас тут-то есть? А, вот, это вот эти
Йоу. Сколько надо? 60 таблеток, чтобы про них... Да ну нахрен. Нашла. Ты же вроде собираешь такие карточки? Угу. О, такой у меня нет. Спасибо, Дина. Ништяк. Так, коллекцию мы не будем смотреть. Какие планы на вечер? Хотела позвать Джоэла посмотреть фильмец. Оу. Вы что, помирились? Ага. Ну так. Так, а что-то... О! А эти трейлеры клевые. Такой передвижной домик. Ну, раньше там все ездили. Думаешь, было... люди правда на таких много путешествовали? А ты бы не стал? Если бы жила до эпидемии, то да. Я бы всю страну объездила. Или скаталась бы за границу. Может, когда-нибудь. Да, мечтать не вредно. Джесси все собирался поехать в Канаду. Там типа гигантские водопады. Хотел на них посмотреть. Серьезно? Он же влюблен в Джексон. У всех свои мечты. Кто в ажуре? Кто в устяге? Будет работать. Ой. Так. Какой фильм будете смотреть? Джоэл, что любит? Кёртис и Змей 2. Этот я давно уже собиралась глянуть. А, ну ладно. О, да. Мы раньше смотрели эти дурные боевики 80-х. Он от них тащится. Да ты что? Да и мне они нравятся. Ну, а ты? Ты что будешь делать? Ребята собирались устроить вылазку. Это хорошо. Кататься на санках. А вот еще дом. Прикольно. Ага. Хочешь, потом встретимся? Ну, давай. Так. Может, сыграю тебе на гитаре? О-о. Ладно. Точно, она показывает, где он там, типа, еще маленькая. Кёртис и Змей 2. Это про что? Это про двух бывших десантников, которые мочат злодеев. В этой части они, по-моему, борются с русскими шпионами. Типа того. А это интереснее, чем я думала. В общем, этого молодого змея обучали ниндзя. И он нереально. А сколько ему было в первой части? 10. Стоп, а сколько всего фильмов отсняли? 4, что ли. Да уж. Последний Джоэл смотрел еще в кино. С ума сойти. Нормально. Точно. Кто у нас здесь? Так, ну вот то, что они базарят. Как думаешь, кто-нибудь еще снимает кино? А как же? Еще кто-то как бы базарит, поэтому они... Ведь, может быть, все теперь как мы. Просто борется за жизнь. Так, если вот так вот таблетку, 60 таблеток, вот так собирать, чтобы прокачать... А у кого-то есть камера. Стоп. У тебя есть свои песни? Ну да. А почему ты мне их не играла? Я не знаю. Давай, сыграешь сегодня что-нибудь свое? Посмотрим. Так. Я думаю, здесь все. Мы попытались. Хотя, в том доме что-то там есть. Так. Там что-нибудь есть? Там ничего нет. Ну все. Черт. Температура упала. Ты почувствовал. Ты права.
Спокойно, милая. Охренеть. Это еще что? Зараженные постарались. Сколько нужно зараженных, чтобы завалить лося? Больше одного. Ну и где они теперь? Давай поищем. Так, выбор длительного дальнего оружия. Так, нажми, чтобы быстро заменить оружие. R3, быстро заменить оружие. Все понятно. Так. Ну, черт. Я их слышу. Как же они туда попали? А главное, как нам туда попасть? Да вот как бы типа разбитые. Что скажешь? Дина, сюда. Да. Так, давай, сейчас мы тебе завалим. Бегун. Так, тихому. Вот так вот тебе. Готов. Я нажрала. Ногу. Один есть. Надо попробовать пробраться в подсобное помещение. Это мысль. Здесь ничего там. Ну давай попробуем. Быстрый бросок. R3. Ну. Мощный удар. А мощный удар оглушает врага. Ага. Красиво ты его, кстати. Спасибо. Так, а чем мужик-то не... Тот вход был забаррикадирован. Как этот бегун сюда пролез? Блядь, ну там что-то... Да, хороший вопрос. У тебя какой рекорд по зараженным за одну вылазку? Наверное, больше всего было год назад с Джоэлом. Угу. И я тогда с десяток уложила. У тебя? Один раз около 20. Тут недавно прошла группа. Хрена себе. Может, сегодня побьешь свой рекорд. А может, не надо? Дина, сюда. Тут бегуны. Так вот, как спецназовцы. Блин, а вот он как... Уже не вернуться. Угу. Ну давай посмотрим. Маленьким пирожным, перочинным ножичком. Там. Еще этого надо завалить. За тобой! Блять, овца! О, блять, блять.
Да, блядь, да нет, ну уроди. Не получилось по-тихому. Ну здесь надо терпение, всех прям. Всех уложили. Да, похоже на то. Зря мы, короче, так сделали. Ну еще остались те в супермаркете. Обойдем здание. Где-то же должен быть вход. Ага. Так, что у нас здесь? Ничего, ничего. О, бутылочка. Так, ну это показывает, что теперь можно кидаться. Так. Элли, помоги залезть. Хочу осмотреться. Иду. Куда? Куда залезть-то? А, ну давай. Оп, бутылочку. Ну, залезай. Ты, может, поможешь? Я вижу дыру в крыше. Прекрасно. Хватайся. Давай. Опа. И... Спасибо. Так, смотри, лучше. Видишь? Ага, давай подумаем, как туда пролезть. Угу. Так, нам по факту надо как-то наверх туда попасть. А, может, подсказку? От трубопроводу. Ну давай. А, вон. Дина, давай здесь. Так. Главное, чтобы никаких зараженных не было. Элли, ты цела? Да. Только ушиблась. Надеюсь, ты умрешь от старости, а не от заражения. Не хочу стрелять в твою милую рожицу. У нас иммунитет. По рукам. Класс. Так, может, тут что-то есть? Нет. Нет. Так, ну что ж. У нас мало хп. Так. У нас ни воды, ничего нет. Печка. Понятно. Да. Уж. Так как залезть на крышу? Не знаю. Так, ну, конечно, надо сюда. Ну, посмотрим сейчас, да, что-то там есть. Так, о. Что-то нашли. А, что у нас там такое? Читать. Мэм, я касаюсь перед Богом за то, что сделал. Я не хотел вам ничего дурного. Я хотел взять из вашего магазина только лекарства. Меня поймал ваш муж, чтобы меня достать. Что мне оставалось? У моей сестры отнимаются ноги, нужен инсульт. Так, понятно. Есть там что-нибудь? Я нашла детали. Круто. Так. Все, я понял. Да нет, ну, я первый тебя. Еще с управлением немножко не разобрать. Ой! Я кору. Так. Нет, типа, иди сюда. Падает снег. Сказал.
Так, ну все, мы забрались, значит, ты сможешь тоже забраться. Я внутри. Так, пока двигать ничего не будем. Вдруг мы сейчас найдем аптечечку. О. Смотри, нашла спиртное. Е-е-е. А я тряпки. На, замотай раны. Есть контакт. Теперь, чтобы замотать, нажимаем. Все, у нас есть изготовить. Все, у нас теперь есть аптечечка. Так, теперь вот так вот и... Да ёшки-кошки. Улетим. Все. Ништяк. Это была задумка, я чтобы мы скоро показали еще больше, что типа нам надо. Согласна. Только помни, я не хочу стрелять в твою милую мордашку. О, какая забота. Да. Столько спор, значит, они давно здесь. Не нарваться бы на старых зараженных. Угу. Это часть супермаркета? Не знаю. Он вроде под нами. Ингредиенты собрать по частям. Этаж. Для изготовления предметов нужно собрать из частей целые ингредиенты. Понятно. Пойди. Так. Так, что нам, куда? Мы здесь что-то посмотрели. Что там, что-то интересное есть? Ну, хотя вот так вот ракурс. Нормально, ничего так. Так. Я думаю, нам надо вот сюда, да. Я уверен. Работник мисс Греблин Маркес. Так, понятно. Тихо, чтобы никого. Ни шума. Так. Комбинация. А, нихуя, типа это. Двадцать девять. Интересно, он не выжить. Ну, бесполезно. Ну, понятно, короче. Так. Поэтому надо эти штуки и читать. Так, читать. Понятно. Нихуя. Вообще, от слова, нет места. Патронов нет места. А зато на пистолет есть. Так, ну пошли посмотрим. Что у нас здесь? 50! Что ничего. Нет, мы туда не пойдем. Мы сначала еще осмотрим. Так, куклы какие-то. Так. Пусто. Что у нас за апокалипсис, что пусто все. О, бумажка. Без бумажки ты какашка. Мать.
Так, при помощи лимонжа можно спутать странник щелкунчика. Подкратись, чтобы схватить его. Понеслась. Перемещается бесшумно, слегка отклоните джойстик. А, они... Они по звуку, точно, щелкуны. Надо слегка... Тихо мы идем, чтобы эти утырки нас не услышали. Блять, он рядом. Рядом. Не-не-не, не ко мне. По-тихому. От этих слепых гадов мороз по коже. И у меня. Но что произошло с Элли, с ее подругой, мы узнаем в следующей серии. Всем, кому понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте про комментарии. До скорой встречи, ребята!